Че, погнали? Да я уже полетел. А как он это? Вот угодно не врежься, сразу не прыгать. Подряд. А то я так уже сердцем врезался. Вперед не забывайте давить на добро. Алло? О, президент, я починил, да, я починил. Я на Бузова. На Бузова, я лечу. Ой, я кого-то вижу. Он телепортируется 50 раз в секунду. Bad boys. Я прям туда могу сесть. Землю ловим иллюминаторя. Я думаю, что у меня игра тоже повисла. Повисла? Видите, шутки метра дистанции. Ни разу на ракетушу не забрался, Детус. А? Ни разу на ракетушу не забрался, поэтому подъем. Опоздан подрывной заряд ставит. Да. Лечится. Он сейчас его походу поставит. На а чё он меня за независимых, за гражданских? Надо, да. А нет. Чем? А, зачем? Чё он поставил? Он сейчас крышу будет взрывать. Когда это заканчивает срать, потом на снаряд. Он думает, что там опоздан. Сметана успеет зайти туда? Сериал уже в воздухе, отлично. Теперь точно можно добавить, да, Паш? Тебе это точно достанет. Хороший план. О, сметана вышел, сейчас убьет его. Подожди, он сейчас увидит все, что это. Ну, а что, у него патронов нет, что ли? Он из оптики, не знаю, он не хочет оптику ставить. Пистолет от такой дистанции, ну да. Да, нормально, что. О, оптику одел. На пистолет? Нет, на снайпер. Ты не пойдёшь, Паш, чтобы оптику на пистолет напряли. Да-да-да. Убийство уже можно, да, револьвер. 153 метра была максимальная убийство с пистолета. На миссии. Угу. Котлета какая-нибудь пойдёт? Не знаю. Он у меня в дом залез. Он цвета, кстати, ходит, течет. Там Алекс. Ну я ж, блин, два раза в тюбетейку фигнул, как, не знаю как. А он в очередь еще в это время как-то скринил. О, Алекс ищет, ищет. Охотник. Сейчас на запах найдет, подожди. На нюх, на нюх. Ну, горизонт пока смотрит. Чего смотреть-то, ё-мо? Да-да-да, напиши ему, чтобы не смотрел. Хана малом. Ну, можно так. Один раз пропил. Я знаю. Он хочет на шашлыке покататься. Но. Хана я. Живой. Вот это мой ощущал, он все вот эти 80 км в час разгонится, полетит. О! Алекс бот убил! Кого? Кто кого? Алекс бот, да, убил. Ага, сколько он пристреливался? Или он вычислял? Ни разу не пристрелялся, он вычислял, наверное. Нифига себе. Вычислитель. Глазу, наверное, прям этот. Сэй, сейчас опоздан был где-то. Сейчас... Прохан подходит. Я сейчас опоздан был. Что, шахит мобиль сделал? О, прямо кто киев. Хана ему. Хана! Опоздан. Вышел. Пошли, пошли, пошли.
Спит? Кто без сознания? Нет. Спину смотри, ё-моё, спину смотри. Сидит этот Теск вообще в общий чат, говорит, спину смотри. У граната кидает. Не поможет. Опа! Тактика. Он стал травой, кажется. Закладывает там. Закладку. Ломаёма. Что не видит его, блин. Ржачка. Ами. Ую, едет сейчас. О, они сняли меня. Антоха, не выходи. Пуля сметану снял, прикинь, этот Алекс. Офигеть. Ну, он сам. Ну, сметану решил ботом тоже притвориться. Все, Алекса сняли. О. Алекс, ты че? Быстрее дал. Взрывай! Зачем бота убил? А? Опоздан, взрывай! Бота зачем убил? А че нельзя? Я пристрелочный делал. А он минуту что ли там поставил? У него нет. А он что-то поставил вообще? Да, вроде что-то ставил. О! Вообще насрать. Не-не-не. А нет, загорелось. Беги, Антон, не бил. А я, короче, этот, слышу выстрел, вижу там... А он не понял, что произошло. И как он вышел, видели? Это за этот человек в гаю. Беги. Беги. Поздно. Не, она не сильно. Да. Осколки могут задеть. Не-не-не. Осколки не так сильно. Если бы вертолет упал, там ракета во все стороны летят еще. Да. Сметан что-то это как бы. Он притворился ботом, но при этом как бы. Да, я его увидел, я потом не понял, куда он исчез. А по кому там Антон стрелял с пистолета? О, кстати, опоздан залутал калаш. А с кого он залутал? А, у него был? Ну, видимо, он на заставке с кого-то лутал. А, все. А походу в этом, Шишик бежал. Сейчас его, кстати, убьют. А у него есть еще зачем? Много упали, все, понял. Просто пропнули. Откуда? Я не знаю, кто. Слева. Ты понимаешь, ты где в домах которых ходил, когда минировал Шигу, там рак был, вы с ним разминулись раза три. Так я не знаю, я пошел просто за РПГ, я видел, что там РПГ-ха у этого, которого я взорвал. Здесь надо рубить, она сама не рубит. Я Антоху увидел, вижу, это РПГ-ха, короче. Я понял, зачем? Взорвал здание, где уже мертвый человек был? Да потому что он там живой еще был, когда я шагал. Он уже мертвый.